Здравствуйте, дорогие Олечка и Алексей, заботливые кураторы и девочки-участницы, всех приветствую. Это мой первый видеоотчет к марафону длиною в 2 месяца. Мой первый марафон был в 2016 году. Кстати, зовут меня Юля, живу я в городе Санкт-Петербург в курортном районе, скоро мне будет 36 лет. До марафона было состояние некой депрессии, усталости, напряжения. И пришла замечательная весточка на электронную почту. Недолго раздумывая, стала участвовать. На марафон ставила простые женские житейские цели. Хотела быть ближе к себе, уделять время своему телу и внутреннему миру. Хотела понимать себя и управлять своей жизнью. Думаю, за это время я стала настоящей волшебницей и даже немножко колдую временами. Конечно, я шучу. Посмотрите, какая красота. За время марафона мой папа, с которым мы живем, и супруг активно подключились без каких-то настойчивых просьб. Стали облагораживать огород. Создали настоящий цветущий сад. Это моя мечта. Чтобы в огороде было приятно находиться, прогуливаться. Мы посадили яблони, гортензии, плетистые розы, лилии. Помимо других культур. Много вещей отдали даром. За время марафона стала позволять себе то, что люблю. Стала петь, танцевать, чаще улыбаться и смеяться, дурачиться, быть естественной, раскованной, быть самой собой. Огромное вам спасибо за такую гениальную идею создать помощь девочкам. Спасибо за каждую статью и задание. Форма отчетов была очень удобной. Комментарии, которые я получала к ним, вдохновляли меня, поддерживали, дарили тепло, искреннюю поддержку. Спасибо большое за это всем девочкам. Я продолжаю делать записи в тетрадь, разбираться в самой себе, отслеживать свои эмоции. От всей души, от всего сердца мне хочется вас всех обнять, в свои большие теплые объятия заключить. Спасибо вам большое. Я обязательно вернусь. Целую вас и обнимаю. Счастья, любви, гармонии вам и вашим семьям. До новых встреч. Целую.